Один человек погиб в результате столкновения двух легковых автомобилей недалеко от Братска. По предварительной информации, 52-летний водитель Нивы при повороте не уступил ехавшей по встречной полосе иномарки. В результате 48-летняя женщина за рулем Тойоты погибла. Ее 25-летний пассажир госпитализирован. Именно выезд на встречку – наиболее опасный маневр на дороге. Именно она чаще всего приводит к смертельному исходу. В связи с высоким числом подобных ДТП в регионе сегодня и завтра в Иркутской области пройдет масштабное рейдовое мероприятие «Встречная полоса». В рамках профилактической акции инспекторы будут патрулировать самые перегруженные и популярные маршруты на территории Иркутска и Иркутского района. Кроме того, в рамках акции стартует пилотный проект по применению дронов для выявления подобных нарушений. Согласно данным статистики, с начала года в Прибайкалье произошло 193 дорожно-транспортных происшествия на полосах встречного движения. В 73 случаях водители и пассажиры получили травмы. Каждый 10-й случай закончился летальным исходом. Сотрудники ГИБДД напоминают, что выезд на встречку – это всегда опасный и рискованный маневр. Совершение обгона в тех местах, где он запрещен, недопустимо. Согласно статистике, в случае совершения аварии на встречке, вероятность получения тяжелых травм и летального исхода увеличивается в несколько раз. Зачастую жертвами таких ДТП становятся не только нарушители, но и совершенно случайные участники дорожного движения. Самыми распространенными причинами ДТП в Прибайкалье, как и в целом по стране, по оценкам сотрудников госавтоинспекции, помимо выезда на встречку остаются обгон, несоблюдение скоростного режима, непредоставление преимущества как другим автомобилистам, так и пешеходам.